Мардымский университет посетила делегация из Китая. Заместитель директора Департамента науки и техники народного правительства провинции Аньхунь господин Лань Юцзе и его коллеги приехали в главный вуз региона обсудить перспективы возможного сотрудничества. Мне прежде всего от ученого совета ректората нашего вуза хотелось бы поприветствовать вас в нашем национальном исследовательском Мардымском государственном университете. Мы придаем исключительно важное значение сотрудничеству с китайскими вузами, с крупными научными исследовательскими центрами. И я надеюсь, что сегодняшний ваш визит, наше общение, знакомство с университетом приведет к тому, что у нас появятся новые партнеры. На данный момент Мардымский университет уже имеет опыт сотрудничества с вузами из Китая. В этом году произошел первый академический обмен с текстильным университетом провинции Ухань. Китайская делегация осмотрела лаборатории в Институте физики и химии Мардымского университета и пригласила ректора нанести ответный визит.